С вами Дов, ремонт сотовых телефонов. Сегодня будем менять гнездо зарядки. Вот оно, где находится. Которое очень часто выходит из строя на новое. Разбираем телефон, снимаем батарею. Вот болты я уже открутил здесь. 3, 4, 5, 6 болтов. Стараемся их не путать, потому что они все разные. И запоминайте болты, которые вы выкручиваете, чтобы они в то же место были вкручены. Потому что они разной длины. Снимаем клавиатуру, она у нас на скотче двустороннем. Здесь еще 4 болта. Вот такие саморезы длинные. Снимаем их. Дальше отсоединяем рамку. Немного сложноватая конструкция. Таким вот образом. Вот таким вот образом. Потом таким же образом будем ее обратно ставить. Дальше непосредственно снимаем главную рамку. Вот она у нас пластиковая. Снимаем наклейку, чтобы не сжечь ее, когда будем нагревать зарядочное гнездо. Отсоединяем шлейф аккуратно. Вот, снимаем главный шлейф. Вот так вот. И все, вот она наша плата. Вот гнездо, которое нам нужно поменять. Вот здесь видно, оно залито компаундом. Вот. Ничего страшного там нету. Все меняется. Включаем термофен. Температуру ставим порядка 400 градусов. Держак, чтобы было удобнее. Хорошо разогреваем. Добавить флюса. Можно прогреть снизу, чтобы было удобнее снимать. Thank you.
довольно сильно припаяна она. Гнездо у нас плюс компаунд тут еще держит. Все, он уже закипает. Очищаем от остатков компаунда, чтобы он не мешался. Можно залудить. Новое гнездо ставим на это же место. Добавим припоя. На посадочные места. И все. Таким же образом ставим новое гнездо, греем, конечно, снизу, потому что сверху можно его просто сжечь, так как оно наполовину у нас состоит из пластика, но он имеет металлический каркас и пластиковую обшивку, поэтому греть будем снизу. Можно вот так прижать немного. Вот она у нас села на свое место. Покажу, чтобы было видно. Если же есть какие-то изъяны, если мы видим, что оно не село или каким-то образом не припаялось полностью, можно это все дело отправить паяльником. Вот так вот. Добавим флюсы. Обязательно. Мы его припаяли, то есть она у нас сидит. И то же самое основные направляющие. Все это несложно, под флюсом все это делается очень быстро. Все. Для того, чтобы полностью убедиться, потому что бывает, что такое не видно, пайку мы можем проверить все это под микроскопом. Вот. Под микроскопом все это, конечно, гораздо лучше видно, что припаялось, что еще надо припаять, что, может быть, не допаялось.
проверил, у нас все нормально. Все, собираем телефон. В обратном порядке. Желательно, конечно, запоминать, но кто не запомнил. Можно посмотреть продолжение этого видео. Застегнули шлейф сначала, главный, вот он. Вот он. Ставили плату. Смотрим, что все сидело на своих местах, потому что бывает, что при разборке сдвигается что-либо. Ставим батарейку, проверяем. Пожалуйста, экран загорелся, зарядка пошла. Все, собираем экран в обратном порядке, закручиваем. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому это видео было полезным, задавайте вопросы. Всем спасибо.